«The Smokish». Я начал рисовать после большого перерыва, вспоминаю по пути приема письма и так далее. Но вот незадача, весь извелся, вот не могу живописно исполнить даму в оранжево-красном платье. Если с белым платьем понятно, как быть, можно добавить голубого, розового, фиолетового, сохраняя тон, добиться живописного белого. Но как быть с красным? Как его оживописить? Спасибо большое. Подскажите советом. Или подскажите, на каких художниках обратить внимание. Два пути, на мой взгляд, ты смокишь. Первый путь – это Архипов. Посмотрите, где в красном сидят женщины, общаются, как решен красный на свету, как решен в тени. Выше всяких похвал – вот такой путь. Изучайте работы Архипова. Второй путь мне подсказал один художник, который следовал наставлениям своего педагога по живописи. Так вот, педагог говорил: отталкивайтесь от красного, который не разбеляете. То есть, вот если вы видите красный цвет на свету, вот возьмите его кадмий красный светлый, без белил. И дальше от него шагайте в сторону затемнения, там, полутонов, полутеней, теней, используя уже, естественно, краплаки и всяческие такие вот темно-красные краски. И все получится. А красное вы подстроите в тоне, ну, к окружению, к соседству. И тот, и другой путь интересны, просто их нужно исследовать и применять, то один, то другой. Сэр Артемов, у меня был период реализма, в котором я достиг приемлемого для себя уровня, и мотивация рисовать пропала, зачем плодить картинки. Но вот я перешел к свободному дизайнерско-обобщенному подходу, и хотя каждая работа по-своему радует, но предела совершенства в лаконизме нет, и пресыщения не возникает. Вот буквально за сегодняшний день выход на пленэр. Три работы сделал: гуашь, акварель с роллером, масляная пастель. А завтра опять пойду. Просто такая вот реплика очень приятная, что вы, сэр Артемов, вдохновились пленэрной живописью. Еще раз подскажу, те, кто работает с фотографией дома, там, с компьютера, считывает, это другое ощущение. Оно не настолько звонкое, когда вы в мастерской работаете. Ну, на мой взгляд, если пишете, конечно, какую-то уже такую работу выверенную, композиционно построенную, придуманную, это более звонкое ощущение. Но на пленэре даже большую придумывать интереснее на пленэре, когда вы окружены природой. Картина как бы напитывается вашим состоянием большего восторга. Ну, у меня такая правда жизни, и хочу ею вас заразить. Спасибо, сэр Артемов, за чудесный отзыв, такой вот, такую реплику. Два комментария на одну и ту же тему. В книге Киплика «Техника живописи» прочитала цитату: «Импрессионизм родил фальшивый стиль масляной живописи, который, к сожалению, до сих пор имеет приверженцев среди живописцев». Я не поленился, посмотрел, в интернете нашел пару работ Киплика, который преподавал в Академии художеств, и в 1942 году он поменял миры. Вы сами можете, глядя на эти работы, составить представление о его живописи, о том, чему он учил. Искусство – вещь не мертвая, живая, как язык, ну и так далее, как музыка. Все развивается, остановки нет, и вполне возможно, что мы с вами увидим еще какой-то новый стиль. И эти стили как-то назовут, конечно же. Импрессионизм для меня играет большую роль, огромную. Ну, для Киплика не играл никакой роли. Более того, он говорит, что это фальшивый стиль. Если бы он в своей речи говорил «для меня фальшивый стиль», это было бы, на мой взгляд, более честно, потому что для кого-то он не фальшивый. Разве можно живопись того же Коровина назвать фальшивой? Как бы я прокомментировал это? Но разные педагоги были и есть. И надо просто выбирать то, что нам, каждому из нас, по душе. На что наше сердце откликается. По этой дороге и грести веслами, плыть, идти, карабкаться.
Но не нравится вам, например, музыка Шнитке, выключите ее. Другое дело, если она навязывается. Я свою живопись никому не навязываю. Выставка на то и выставка. Нравится художник, приходишь, смотришь. Не нравится, не идешь. Да, и второй комментарий. Вячеслав, объясните, пожалуйста, подробнее. November Soul пишет. Что значит работа сделана в лоб? Что это в вашем понимании? Просто понимаю, что каждый, использующий эту фразу, имеет в виду свое. Кто-то цвет предметов, кто-то композицию. Но вот по мне, так вот работы Киплика как раз из этой сферы, конкретно в лоб. Мне такая живопись неинтересна. Ну вот я такой. Но помните слова Шнитке о том, что для того, чтобы жемчужина появилась в ракушке, должна быть ошибка. Песочек должен туда попасть. Ей должно быть неудобно, и она рождает что-то, что может ее жизнь спасти, обволакивает ее всякими своими выделениями, а в результате для нас это получается жемчужина. Так вот, ошибка рождает жемчужину. Ошибка может превратиться в изюминку. Ну, как парикмахер делает прическу, а потом раз так, одним движением. И вот как ляжет. Или ставится постановка натюрмортная. Бато я видел много раз, как он ставит постановки. Он просто бросает ткани, там какие-то предметы. Даже вот как бросилось, так и бросилось. И потом на основе этой сочиняет свою версию. Тогда получается не в лоб. Сочинение рождается из вот обстоятельств предлагаемых. И оно несет особую энергию красоты. Елизавета П. в конце августа была в Гурзуфе, Севастополе, в Воронцовском дворце. Хотела на территории дворца пописать, привезла свою сумку со всеми своими прибамбасами. Но натолкнулась на человека, работника музея, который сказал мне, что нужно взять разрешение, чтобы во дворе музея писать. Говорю ему, хорошо, где взять? Он сказал, что суббота, воскресенье, выходной. Приходите в понедельник. Вот, приехали. В понедельник я уже должна была выезжать в Феодосию. Вышла за территорию музея, написала работу. Но так как настроилась на совсем другие виды, работы не получилось. Как вы поступаете в музеях? Дальше Елизавета пишет еще про Массандровский дворец, и человек там сказал, что вежливо попросили пойти взять опять разрешение. Я удивилась сильно, особенно какой текст мне предложили написать. Что, мол, я буду писать не ради продажи, а ради популяризации их музея. Вот смешные, как же можно популяризировать, если я картину спрячу и скажу, не продаю. Как вы поступаете в таких ситуациях? И интересно, за границей тоже художников заставляют писать бессмысленные просьбы разрешения? Ну, да везде вот это вот культур-мультур такое, рабство, неуважение труда художников. То же самое у меня было в Воронцовском дворце лет 10 назад. По-моему, Жванецкий на эту тему говорил. Вот человек маленький, например, да? Человек шлагбаум, бум-бум, пускает. Да, у него появилась кнопка шлагбаумная. Нажать, не нажать. Дали ему ключ, форму. Он распрямил плечи, надул щеки. У него уже есть возможность не пускать, запрещать, не пущать. Он превратился уже в собаку такую с красными от крови глазами такими. Он же видит везде помеху его спокойствию. Ну что тут, можно только улыбнуться и пожалеть их, этих несчастных людей, которые вырабатывают циркуляры, чтобы не запрещать, не разрешать писать на площади где-нибудь. Вот я скоро поеду в Италию и поеду в Рим в поисках точек, локаций, чтобы там провести класс. Ну, после класса своего на озере Гарда я поеду в Рим. Посмотрим, как там с разрешениями. Но меня уже тоже предупредили, что там тоже все строго. Будем искать места, где можно. Ну, как я поступаю в таких случаях? Одна дама в музее Чехова, такая гроздама, огромных возможностей.
Она меня видеть не могла вообще, потому что они требовали за проход через музей, ну, Чеховский вот этот дворик, на пляж, который им не принадлежит, деньги за то, что я в музей как бы иду. Я говорю, мне не нужно в музей, мне не жалко эти там 200 или сколько рублей. Но дело принципа, почему вы не даете... Ну, в общем, я проходил другими путями, там, сейчас эту дорогу прорубили, уже можно на тот пляж, с которого бухта Чехова видна. В общем, как-то добились гурзуфчаневцы вот этой возможности ходить на пляж, который всем принадлежит, минуя, значит, вот эту будку с гроздамой. Но они с охранником, там была серьезная история. Я просто вытащил камеру, видео, сказал, что у меня довольно-таки достаточное количество подписчиков. Сейчас я включаю запись и будем показывать, как вы мне запрещаете пройти. Они меня назад не пускали. То есть я прошел окольными путями, а назад нет. Охранник с погонами, с винтовкой, с пулеметом. Не пойдешь. Вот откуда пришел, туда и иди. Я говорю, ну, сейчас достанем камеру. Охранница отложила пулемет и сбежала. А гроздамы нет. Друзья, делайте свою работу, не забывайте. И предлагаю еще посмотреть одно кино. Называется «Как художнику научиться видеть». 744 номер. Ну, пока.